Вы спросите, и что же, все жили долго и счастливо? Ну, само собой, это же закон всех сказок. Сейчас покажу. Берешь, взбиваешь. Берешь, взбиваешь. Все получится, попробуй сам. Ну, как успехи? Все очень неплохо. Откуда я это знаю? Из личного опыта. Ведь я выросла, обрела голос, перестала шепелявить. Петух, все слушают, а тебя что не касается? Прости меня! Я с этой малышней с самого рассвета на ногах! Ох, живы мои крохотные многочисленные цветы жизни! Какая чудесная история, Флопси. А как ты ее назовешь? Элементарно, ушастый. Сказание о кролике Питере. Славненько, но как насчет сказания о Питере, Флопси, Мопси, Пикси и Бенджамине? Об их дружной семье. Или, может, лаконичное «Кролик Питер».